Мой муж спросил меня, люблю ли я жемчуг. «О, да», — ответила я. «Тогда собирайся, мы уезжаем». Угадайте, где я? Нет, не Альпы. Рошпина. Рошпина. Жемчужина Галилеи. Мы давно мечтали посетить этот городок, но никак не ожидали, по неопытности своей, что получится не только знакомство с самим городком и его историей, но и великолепная прогулка по его окрестностям. А это лес, горная речка, сами горы и виды, открывающиеся на каждом шагу, с каждой точки этого места. Неважно, улочка ли это или лесная полянка. Отсюда открывается вид на долину Хула, гору Хермон, сегодня заснеженную, и на голландские высоты. Уверен, что именно эти виды пленили учеников Ешивы из Цфата, когда в 1875 году они поднялись по восточному склону горы Кнаан, взглянули вниз и сказали: «Идеальное место!». И земля была куплена, а через 3 года было основано первое поселение, которое называлось Гейони. Но бывшие жители Цфата не смогли справиться с трудностями бытия в этом месте. Каменистая местность, малярия и прочие трудности совсем скоро заставили их покинуть его. Но, как известно, свято место пусто не бывает, и уже в 1882 году эту землю купили выходцы из Румынии и продолжили развивать трудное дело, начатое их предшественниками из Цфата. Им повезло немного больше. В 1803 году поселение, которое уже называлось Рошпина, краеугольный камень, посетил уже хорошо известный нам по предыдущим зарисовкам барон Эдмонд Ротшильд. Барон взял это молодое поселение под свое крыло, купил дополнительные земли, прислал своих управляющих, агрономов и учителей из Франции. В общем, все как обычно. Сегодня Рошпина – пасторальный городок, обладающий неповторимой атмосферой и очарованием. Среди израильтян бытует мнение, что если вы хотите посетить старую Европу, вам совсем не обязательно лететь туда. Стоит только сесть за руль и доехать до Рошпины, и вы в Европе. Дома на улице Решани в старом городе выглядят так же, как столетия с лишним назад. Во всех домах было по 2 комнаты, коровник и небольшой двор. Первопоселенцы жили здесь до 50-х годов прошлого века, а потом переехали в более просторные дома. Вот там, внизу развивающегося поселка. Прогулка по этой улочке доставила нам немало удовольствия. Немало гостиниц, художественных галерей и студий. Все утопает в зелени, цветах и старине. Пройдя улицу, можно выйти к особенному месту. Это смотровая площадка Мицпе Нимрод. Но это не просто туристический объект, а мемориал. Площадка названа в честь Нимрода Сегева, погибшего на Второй Ливанской войне. Когда в то время начался массовый призыв резервистов, Нимрод получил предписание явиться в танковую часть. Это была ошибка. Его, инженера-конструктора компании Microsoft, должны были призвать в компьютерный центр. Но когда ошибка обнаружилась, Нимрод уже прибыл в распоряжение части и отказался возвращаться, аргументируя это тем, что должен быть рядом со своими армейскими друзьями на передовой. Вскоре он погиб. Его отец решил увековечить память о сыне в заросшем сорняками уголке Рошпины, там, где Нимрод проводил долгие часы, любуясь горами и перебирая струны гитары. В эту площадку вложены годы упорного труда и боли. Отец превратил своими руками дикую горку на окраине в благоустроенное место в память о сыне и 3 его товарищах, павших в том бою.
Вход сюда бесплатный, но посетители нередко оставляют пожертвования на благоустройство и сохранение этого уникального мемориала. Вы знаете, будучи там, да и сейчас, записывая эти зарисовки, меня душат слезы, тоски, гордости. Наверное, нет человека, который, посетив бы это место и узнав его историю, не испытал бы подобное чувство. Светлая память, ребята. Удивительное дело. Слезы высыхают, и остается чувство чего-то светлого. Отсюда можно вернуться вниз в город, а можно подняться по тропинке на гору. Вот сюда. Как вы думаете, что мы выбрали? Конечно. Склон, на котором мы находимся, совсем не лесистый, скорее каменистый, но очень зеленый в эту пору. Прогулка заняла у нас часа полтора. Мы немного поднялись, посидели, наслаждаясь видом на долину Хула и низлежащее поселение, понаблюдали за пасущимися коровками, нам почему-то всегда рыжие попадаются, послушали пение птиц и спустились вниз в ущелье на звук бегущей воды. Вот некоторые отрывки из нашей прогулки. Боже мой, как в сказке! Берега кисейные, молочные, яблочки наливные, пирожки. Вау, гуси-лебеди, мама дорогая. А мы решили спуститься сверху вниз к речке, которая шумит просто как Ниагарский водопад. Вот. И мы не вернулись в Иратика. Может быть, вернемся еще завтра, а может быть, в другой раз. Решили поделиться с вами вот этой весенней красотой. Журчат ручьи. Ну вот она, бушующая река. Очень мощные оливы. Мы с Андреем пришли к выводу, что их наверняка высаживали первые поселенцы, потому что уж больно они, их много, это сейчас неухоженный сад, и они достаточно крупные. Вот и прошел наш первый день в Рушпин. А мы вам даже еще не успели показать и современную часть городка, и место, где мы ночевали, и лес. Вам же наверняка интересно. Тогда подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые зарисовки, делитесь с друзьями, это очень поможет нам в продвижении канала, и мы будем вместе познавать этот удивительный мир под названием Израиль. И не только. До новых зарисовок!